Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 4 глава, 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека». Последним посланником. Апостол Павел, когда писал это место Священного Писания, он себя чувствовал последним посланником. Тысячелетия, и не одно уже прошло с тех пор, а почти 2 тысячелетия, и вот до нас дошло это место из Священного Писания. «Ибо я думаю, что нам последним посланником Бог судил быть как бы приговоренными к смерти». Дорогие братья и сестры, если апостол Павел себя чувствовал последним посланником, то после апостола Павла прошло уже 1900 лет. Какими мы себя должны чувствовать сейчас, когда прошло еще столько лет? Если апостол Павел себя чувствовал живущим последнее время, то насколько момент последнего времени приблизился? Стрелка мировых часов совершенно близко к тому моменту, когда придет Иисус Христос. И если милость Господня продлилась над человечеством, чтобы наполнилось полное число язычников, то с каким страхом и трепетом должны мы сейчас совершать свое служение и хождение пред Господом? Последние посланники. Мы с вами самые последние посланники. Может быть, осталась еще одна душа, которой войти и дополнить число язычников, и милость Господа прекратится и совершится тайна, о которой много сказано в Священном Писании. И вот здесь тоже таинственное место Священного Писания. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными смерти». Что это за ощущение быть как бы приговоренными к смерти? Вы послушайте еще место Священного Писания, где апостол Павел как бы разъясняет это место. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 8 и 9 стихи. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти». Но сами в себе имели приговор к смерти. Здесь мы читаем, что Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти. Это Божья сторона. А с нашей стороны, чтобы исполнить волю Бога и чтобы остаться верными Ему, все те, кто желает в небе иметь вот этот венец жизни, чтобы исполнилось на них место из Священного Писания, Откровение 2.10, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», нужно, чтобы каждый, как тогда апостолы, сам в себе имел приговор к смерти. Трудно, но это необходимо, чтобы сохранить верность Господу, самому в себе иметь приговор к смерти. И вот в это последнее время мы последние посланники, и Бог судил нам, какими быть как бы приговоренными смерти. И почему? Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Для человеков вот оно, таинственное место. Мы сделались позорищем. Если мы подумаем, почему мы стали позорищем для мира, то это ясно. Как и стих поется, «Для мира мы зрелищем стали, чтоб веру сберечь и разум». А вот
почему мы стали позорищем для ангелов? Вот это таинственное место. Причем ангелов написано с большой буквы. Позорище для миру – это естественно, потому что мир, отвергнувший благодать Господа Иисуса Христа, мир, погрязший в пороках, он не может разуметь тайны Божией. И все те, кто идут за Иисусом Христом, оставаясь Ему верными и верными до смерти, те являются для мира поистине позорищем. Слово «позорище» в более точном переводе переводится как «обзорище», то есть «выставленными на обозрение». И вот мы, последние посланники, все те, которые остаются верными Господу, Церковь Его, которая несет истину в слои мира сего разным народам, она делается как бы выставленной на обозрение. И все те, которые хранят верность до смерти, они выставлены для обозрения всего мира. И мир никак не может понять тайну силы, которой даровано это последним посланникам. Мир не может понять, какой силой держится вот эта горстка верных порой в различных городах. Мир не может понять, что сродняет, соединяет, что цементирует души вот этих людей, которые порою, не зная друг друга, так плотно, так крепко сплоченные. Мир не может понять, вот и здесь, когда мы находимся в этом месте с моей спутницей Любой и дочуркой Любочкой, не может мир понять, почему из таких далеких мест, из Белоруссии, из Молдавии, вот как и сейчас братья из Белоруссии посетили меня, трое братьев, как, почему они сюда влекомы, какой силой, что их сродняет? И мы только можем сказать всем этим людям мира сего, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Когда почтальон приносит пачку писем поздравительных, мы можем сказать, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Когда приходится идти мне на почту, получать посылки, меня уже там до того изучили, что даже не спрашивают мое удостоверение. Паспорта у меня нет, если это удостоверение ссыльного. Не спрашивают, просто дают посылки и все. И удивляются, сколько посылок, откуда идут посылки, сколько же друзей. Мы говорим, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Дорогие друзья, мы зрелище для мира. Мы зрелище, потому что для мира не ясна эта любовь, чудная любовь. Ведь братство, дорогое, которое Господь создал в это последнее время, это можно полностью и с полной верностью сказать, чудо последнего времени, чудо в этом братстве. Научим каждой любить не словом, языком, а делом и истиною. И вот это чудо непонятно для мира. Мы стали зрелищем. Но вот почему мы стали зрелищем для ангелов? Причем, еще раз повторяю, для ангелов написано с большой буквы, потому что есть ангелы тьмы, эти духи злобы поднебесные, которые вместе с Люцифером отпали, возмутились, восстали против Господа. Если мы, например, читаем место Священного Писания, 6 глава к Ефесянам, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Там начальств властей, эти духа злобы поднебесной написаны с маленькой буквы. Но есть ангелы света. И вот апостол Павел, по словам Дионисия Ареопагита, этот Ареопагит обратился, мы читаем 17 глава Деяний апостолов, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, и в последнем стихе там сказано, обратился Ареопагит вот этот, то он оставил книги, которые называются Ареопагитики, и в них передаются слова апостола Павла, что сам апостол Павел разделил ангельские чины как бы на 9 классов. И вот там ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, престолы, господство, начало, власть,
власти и силы. И причем вот начало власти и силы, когда мы читаем в Священном Писании, то это написано с большой буквы. Например, кто отлучит нас от любви Божией, скорби, теснота, или гонение, или голод, нагота, или опасность, или меч? Ибо как написано, за тебя умерщвляет нас каждый день, читает нас завет, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, и вот ни начало, ни силы, все это с большой буквы написано, потому что это светлые ангелы. И вот здесь, наше место Писания, 4 глава, 9 стих 1 Коринфянам, мы читаем еще раз, что Бог судим, как бы быть приговоренными смертью, потому что мы сделаем позорищем для ангелов. Ангелы с большой буквы. Дорогие братья и сестры, почему так? Почему ангелы и не могут понять, почему церковь в таком состоянии? Оказывается, для них тоже это еще закрыто. Им тоже не ясно, почему церковь, невеста Христа, избранница Христа в таком поношении находится у мира. Столько она претерпевает скорбей, столько страданий. И они смотрят тоже, и для них, для ангелов, мы тоже выставлены на обзорище. Но будет время, когда эта тайна будет разрешена. Апостол Павел пишет, что это действительно есть тайна. Тайна сия велика, ибо я говорю по отношению к Христу и Церкви. Христос и Церковь Его возлюблен является тайною даже для ангелов. Но особенно ясно Петр в первом послании, первая глава, 10, 11, 12 стихи раскрывает эту тайну, почему мы стали для ангелов тайною. «Всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследования которой на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Им открыто было, им, пророкам, то есть, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы». Вы посмотрите, братья и сестры, значит, ангелы только желают приникнуть, то есть как бы приобщиться, проникнуть в эту тайну, но и им оказывается, что это не открыто, это тайна. Совершится гораздо позднее. И мы читаем Откровение, 10 глава, 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благословлял рабам своим пророкам». Дорогие братья и сестры, вот это то время, когда совершится тайна, о которой благовествовали пророки, в которую желали проникнуть, или, как там написано, приникнуть ангелы, она будет совершена воочию. А сейчас мы с вами зрелище, выставлены на обозрелище, на обзорище или на позорище. Поэтому, дорогие мои, да не смущается сердце ваше, будем идти этим путем, путем, который для нас проложил сам Иисус Христос. Сейчас некоторые говорят, что как бы наступило немножко другое время, как бы время свободной проповеди. Дорогие друзья, слава Господу, что Он дает отдых и страдавшейся церкви своей, и страдавшимся труженикам. Но знайте, что это только отдых, потому что путь Христа предначертан им. Путь Христа не может быть измененным. Как ни одна йота не придет из закона, так и слов Христа тем более не придет ни одно слово. «Меня гнали, буду гнать и вас. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня». Это же слова Христа. И слова апостола Павла звучат, «Ибо все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Поэтому путь Христов не может быть изменен. Он предначертан. Он навсегда
раз и неизменно запланирован самим Господом, Богом, и в Иисусе Христе этот путь не может быть изменен. Христос сам прошел этим тернистым путем. Этим путем прошли труженики, все те, кто остался верным. Если мы откроем 11 главу героев веры, мы многих там найдем, которые шли этим путем. И в наши дни этот путь остается тем же самым. Дорогие, милые братья и сестры, может быть, трудно стоять выставленными на позорище, но такова воля о нас. Давайте поблагодарим Господа за эту участь, которую Он нам предугадал, предопределил, выставлена на позорище, потому что придет время, и за каждый день скорбей и страданий мы возблагодарим Господа нашего. Ведь знаете, что без терпения мы не войдем в Царствие Божие. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Мы это знаем. И мы очень часто молимся: «Господи, дай нам терпение». Не хватает терпеть в скорбях, терпеть в страданиях, в поношениях, в трудностях. Да, очень трудно идти за Господом. Не хватает нас терпения иногда даже сдержаться, чтобы перед миром сим, который далеко отошел от Господа, проявить всю кротость Господнюю. Нужно нам терпение. Но мы же, наверное, помним место в Священном Писании, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. Мы просим: «Господи, дай нам терпение». Но ведь Господь свое слово не может изменить. Он посылает нам терпение, посылает ответ на молитву, но ведь в Его плане запланировано получить терпение-то через скорби, зная, что от скорби происходит терпение. И вот, посылая нам ответ на молитву, даруя нам терпение, Господь нам посылает скорби. Иногда душа, которая столько страданий испытала за Господа, сколько скорбей, иногда не может понять, что это рука Господня. Она начинает думать: почему так, Господь, за что ты допустил до меня? А Господь хочет, чтобы эта душа поняла: да ты же просила, душа, у меня терпение. Так вот, я тебе его посылаю, но посылаю через скорби. Дорогие друзья, возблагодарим Господа за весь путь, который Он нас ведет, потому что это угодно воле Его, чтобы мы, страдая, переносили испытания, потому что это угодно Господу, чтобы мы несправедливо вот переносили различные испытания. Господь хочет этого, но вы род избранный, царственное блаженство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Посмотрите, какие чудные обетования, но вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. И вот этому роду, этим последним посланникам, этим всем, которые хотят остаться верными, судил Господь быть как бы приговоренными к смерти, сделаться позорищем для мира, для ангелов, человеков. Но недолго, недолго, дорогие мои, совершится эта тайна Христова, как Он бы высылал рабам своим пророкам, совершится это чудное преображение. И вот как оно совершится, мне бы хотелось в заключении уже нашего общего пожелания для вас сказать вот этот пример, как однажды совершилось одно преображение. Есть такая поэма, «Наташа» называется. Если кто прочитал ее, то знает этот пример. Это рассказывается о тех переселенцах из Голландии, из Германии, которые в викторианские времена переселились в Россию и принесли свет Христа в наши русские различные села и города. И вот было селение на берегу Волги, которое называлось «Готлибо село», что значит «год Бог, либо любовь». То есть село как бы «Божья любовь» называлось. В этом селе, значит, уверовала одна русская девушка, ее звали Светлана. Я не буду все рассказывать, я только сам сюжет расскажу. И вот ее избранником был Генрих Готман.
Когда они брак считались, то им пришлось вместе жить только несколько месяцев, месяцев 5 или 6. И вот черный ворон увез Генриха от нее, и она его больше не видела. Ее переселили, это было в сталинские времена, в далекую Сибирь, где она уже осталась одна, и в нее родилась дочка после уже, которую назвала Надеждой. Там в этом селе с течением времени образовалась своя общинка. Уже старушки, братья, сестры появились, присоединились многие из других сел. У них было уже свое общение. И вот потом ей пришло извещение, что Генрих погиб в далекой Воркуте. Она очень сострадала, но благодарила Господа, что он остался верен. Надя, ее дочка, подросла, ей уже было 19 лет, и не нашелся избранник сердца, который предложил вступить в брак. Но, значит, когда она ответила согласием, у этой общинки не нашлось возможности нарядить ее как невесту. У них даже не было белого материала вессона. Они нашли только серые материалы, сшили для нее подвенечные платья из серого материала. Она очень переживала и говорила: «Мама, как же так, я буду в сером материале стоять перед церковью, братья будут говорить проповедь, невеста облечена в белый вессон». Она все говорила: «Надя, Господь усмотрит». Вот уже последний день, вот бракосочетание, уже жених приезжает, она плачет: «Мама, как же я буду в сером платье?» Она говорит: «Пойдем, дочка, теперь я тебе все открою». И что же она завела в чулан, открыла сундук, где была старая одежда. Она выбросила эту старую одежду, и на дне лежало прекрасное белое подвенечное платье. И она говорит: «Дочка, в этом платье я стоял под венцом с папой твоим. Твой папа умер, оставшись верным до смерти Христу. И я хочу, чтобы ты, одевши это платье, восприняла его как подарок от твоего папы. В этом платье я стоял с ним под венцом. Тюремный ворон, страж голодный, напал на папу твоего. В далекой Воркуте холодный он вырвал сердце из него. Одевай, дочка, это твое платье». И когда Надя со слезами одела это платье, она преобразилась, она стала прекрасной, сияющей. Да, и вот уже церковь ждет выхода жениха и невесты, все старушки скорбят, скажена будет в сером платье. Сам пресвитер, старичок, который должен был сочитывать, очень волнуется. И вдруг выходят жених и невеста. Они стоят перед церковью. Пресвитер поднимает глаза. Старушки, старцы смотрят с удивлением. Невеста преображена. На ней нет больше этого серого платья. Она вся свет и сияние. Она вся в белом вессоне. И невольно слезы у всех. И сам пресвитер заплакал. И прежде чем начать бракосочетание, говорит: «Братья и сестры, вот так совершится чудное преображение церкви Господа Иисуса Христа, когда сам Христос снимет поношение, снимет это серое покрывало, снимет все поругания, эту черную одежду снимет и облечет ее в белый вессон, вессон же есть праведность святых. Пусть Господь поможет нам всем с вами нести этот крест скорбей, идти за Христом, не сойти с этого тернистого пути, потому что воздаяние прекрасно. Поэтому будем нести этот крест, не постыдимся быть позорищем для мира, для ангелов и для человеков, чтобы вместе с вами исполнить волю Господа».